Дуда плей. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Бравл Старс. И играем мы за Кольта. Так, Леон в сети. А, Леон, ага. Создаем. Давай, новое событие. Захват кристаллов. И давай поиграем. Захват кристаллов. Так, наша команда. Вот так. Хорошо. Ну что ж, поехали. Ух ты, смотри, какая прыгалка. Юху! Так. Смотри, гад, а. Сейчас, подожди. Ух ты, ё-моё, убили. Возвращаемся на базу. Хорошо. Так, давай, собирайте мазики. О, давай, давайте сейчас. Да, они там спрятались и мучат всех, а. О, медведя я сейчас выгашу. Во. Все. А ну сколько? У них 7 алмазов, да как так? Давай, убивай их нафиг. О, есть, есть, отлично. Забираю мазы. Да ё-моё, что такое-то, а? Ничего не могу понять. Вообще, выносят вообще только в путь. В смысле? А, либо у них прокачанные просто эти самые, как его. Смотри, смотри, что творит. Он спрятался, значит, там. Офигеть. Ого, сколько алмазов, ого-го-го. Офигеть, надо быстрее выносить их. Так, а ну-ка. Вот у этого 13 алмазов. Куда стреляет у меня Кольт, вообще непонятно. Все, бой закончен, офигеть. А, так у них звездный был игрок. Понятно, что он вынес. Конечно, нифига себе, звездный игрок был. У меня, если сила 54, самая слабая, у тех у всех по 80. А у этого звездного игрока было 73. Естественно, и силы больше. Конечно, он меня вытягивал-то только так. Понятно. Угу. Играть снова. Конечно, мне его нужно раскручивать-то, потому что он у меня на самый базовый. Только-только я его открыл, поэтому он на базе в основном. Все, идем играть. О, алмазик, алмазик. Так, а ну-ка. Сейчас вытащим. Давай. Так, куда все делось? А, у меня супра осталось, отлично. Вот, я его вытащил. Сейчас меня очень легко убить. Все, у меня хотя бы три. Три кристаллика у меня, хорошо. Так, все, я исчез и опять. Да, Кольт вообще, короче, такой странный. Давай, тебя. Во, давай. Есть, отлично. Все, я забрал три кристаллика. Ой-ой-ой-ой, аккуратненько здесь давай постоим. Так, это наши. Все, я теперь понял, против кого буду. Так, медведи наши, хорошо. Вот, хорошо. Ой-ой-ой-ой, тихо. Тихо. У нас 8. Давай, вытащим его. Давай. Есть, вытащили. Так, ждем. Ой, нифига, подожди. Алло, он меня убил. Да вы куда стояли, смотрели-то, алло. Все, он убежал с моими
алмазиками. Вот он, гад. Я сейчас тебе... Гаденыш, а? Куда он убежал? Вот он стоит. Опять проиграли. Короче, Кольт вообще что-то не тащит, поэтому я с ним не буду сейчас играть. Нет, выхожу. Не тащит Кольт совсем. Меняем Кольта. Берем Шелли. Сейчас мы ее, во-первых, подожди, а нельзя улучшить тебе? Да ладно. Выбираем, идем на захват кристаллов. Играть. Будем играть с Шелли. Сейчас проверим, как я буду с Шелли играть. Ну смотри, а у них все равно, у них прокрученные, конечно, герои. Так, тихо. Да. У них очень сильно прокрученные все персонажики. Конечно, поэтому... Угу. А ну-ка. О! Ой-ой-ой, медведь! Я почему-то подумал, что медведь это наш. А, нифига, это не наш. Где тут? Вот он. Стреляем. Нормально. Не, смотри, у них команда какая мощная. Вообще мощнецкая. У нас ноль. Нет, странно. Это очень мощная команда. Они, видишь, как работают, втроечком. А наши все, как, кто где, блин? Кто где? Один там, другой там, пятый там. Ох, нифига. Смотри, понял. 12 секунд осталось, давай быстрее. О, нормально. Да ё-моё, чё меня постоянно убивает, а? Так, давай посмотрим. У этого сила 4, у меня сила 3. Ну понятно, вот поэтому выбивает. Надо мне силу прокачивать, конечно. Играем снова, конечно, сейчас посмотрим. Так, ну что ж, поехали, приступим. Командочка. Вот он, смотри, видишь, как сразу стреляет. Надо на предупреждение стрелять. Вот он здесь стоит, все, готов. Все отбили. Вот, уже нормально. Вон она где спряталась. Так, хоть кого-то я ударил, хоть кого-то там. Нет, у меня супра, а я же стрелял супрой, нет, не использовалась супра, вот и думай. Давайте все стрелять в одну точку, ребята. Вот, смотри, во. Все, видишь, он выбивает меня. Эти все спрятались, конечно, и... Да, команда, потому что немножечко тормозит. Все спрятались. Вот, смотри. Поехали, давай, где, кто? Так, смотри, синяя команда побеждает. Это, то бишь, мы. Все, ждем 10 секунд, ребята. Все, ты куда полез? У тебя 8 алмазов. Сиди здесь. Не, смотри, у них вот... Давайте, вы назад идите, я вас буду защищать. Все, отлично. Мы выиграли. Молодец. Но здесь с нами, конечно, был звездный игрок. Видишь, как? У него 4 силы. Хотя у нас получается что? 4-4-3. А у них 4-4-3. А, ну у них так же, смотри. Ага. Так, это мне не надо. Информация. Ну что ж, идем, играем дальше. Подожди, звездный жетон мне дали. Наконец-то. Наконец-то дали мне жетон. Ну что ж. Забираем жетоны. Удвоитель жетонов. Хорошо. И забрать событие Brawl Ball. Что это такое? Brawl Ball? Новое событие Brawl Ball.
А ну давай попробуем в этот Brawl Ball поиграть. Солнечный остров. Ни разу не играл, давай посмотрим. Забить нужно. А, типа забивать, что ли? Подожди, так тут... А, вон что, смотри, ну прикольно. Нам нужно забить мяч. Опа! Есть, хорошо, мы забили гол. Круто. Офигеть. Тихо, иди нафиг. Во. Хорошо, молодцы. Давай несем мячик. Опа, 3-0. Супер, победа. Молодцы, ребята. Какие же вы молодцы. 5-3-1, а у них 3-2-2. Получается, что получается? 4-5, а у них... Да, у них меньше. У нас лучше команда была намного. Офигеть, идем дальше. Угу. Звездные жетоны дали и жетоны в награду. Давайте еще поиграем. А куда все исчезло? Почему выйти? Brawl Ball. Brawl Ball. Давайте играем еще. Ждем игроков. Так, вот все. Дождались. Brawl Ball. Так, ну что ж, поехали. Хорошо. Хорошо. Берем мяч. Так, стреляем. Тихо. Так, я этого сейчас уберу. Так, этот мяч понес. Смотри, алло. Нафиг, все, давай. Бери мячик. А я тебя сейчас здесь буду защищать. Так, аккуратно. Так, давай я этих буду выносить сейчас пока. Во! Отлично, молодец, забил гол. Хорошо, поехали дальше. Да ё-моё, взорвали, смотри, что творится, а. Так, все, быстренько я выхожу. Смотри, гад, что творит, а. Все, есть. Так, а ты куда там стреляешь? Так, я попробую забить мяч. Есть, забили, хорошо. Все, мы выиграли. Супер, звездный игрок, ох ты. Ну что ж, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем большое спасибо за просмотр. Всем пока-пока.